Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. С вами снова я, Виталий. Снимаю свой сюжет в Ильинском районе Пермского края. Купили себе вот такого вот помощника. Мотоблок Нева МБ-2 с субаровским движком. И вот такой вот снегоочиститель. Будем чистить снег. Сейчас покажем, как это будет выглядеть. Так что у нас сегодня Саша будет гонять на субарике. Ну все, погнали. Много заводить его придется, холодненько. Первый раз у нас довести его не получилось. Пока перевозили, налилось масло в карбюратор. Сейчас все устранили. Единственное, что заслонку сломали. Докупили пружину, другой ремень. Потому что тот ремень тоже был маленький. Все, сейчас ремень подходит. Сейчас будем заводить и покажем его в действии. Вот так вот он работает, наш снегоочиститель. Сейчас покажу его в действии. Вот Саша у нас на субарике поехал. Покупали все бэушное, поэтому что-то немножко уже подломано, чего-то немножко не хватает. По идее, тут должен быть рычажок, который управляет поворотом снегоочистителя, но его нет. Приходится поворачивать вручную. Ну, ничего, потихонечку доведем до ума. Самое главное, что сейчас уже не лопатой грести, очистить вот этим вот снегоочистителем, ну, мотоблоком. Летом будем на нем возить дрова, сено. Хотим приобрести для него еще роторную косилку, чтобы косить самим. А то покупать сено очень дорого получается. К тому же поголовье постоянно растет. Тросик спал. Ну, в принципе, увидели в действии, как он выдувает снег. В общем, приобрели себе помощника. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Пока!